Интересный факт про картину «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. А знаете ли вы, что «Мона Лиза» — это последний слой, а под этим финальным слоем находится еще несколько картин этого же сюжета, тоже «Мона Лиза», но там она находится в других позах. То есть художник искал позу и попал в нее не с первого раза.